Пройма. Формул у меня никаких нет. Нужно рисовать красивую пройму. Красивая пройма – это когда в точках P1 и P2 вы видите прямые углы. Красивая пройма, когда она не похожа на тыкву, не широкая и не короткая, когда она не узкая и не длинная. Вот это все красивая пройма. Когда у вас получается красивая пройма, чтобы она получилась, работаем увеличением или уменьшением. То есть мы, когда получается некрасивая пройма, значит, мы не достроили выточку. Скорее всего, у вас нестандартная фигура, и вы не владеете этой темой до конца в соответствии с вашими особенностями. Широкая, похожая на тыкву пройма, может получиться у нижнего типа, когда вы построили сетку по ширине бедер и не убрали излишек проймы, допустим, в боковом шве, если у вас широкие бедра, или выступающие ягодицы не откорректировали спинку, или выступающий живот вы не откорректировали полочку. За счет корректировки полочки, спинки и бокового шва у вас пройма будет сужаться. И узкая длинная пройма получается в том случае, если у вас фигурка верхнего типа. И за счет фигурки верхнего типа вы сделали маленькую прибавку по груди. Тогда у вас получится не очень, за счет широкой, большой величины ШГ2 и широкой спины у вас мало места остается, потому что вся прибавка по груди, она уходит на пройму. Вы увеличите прибавку по груди, и тогда увидите, что пройма выправится.